Разминаем, аккуратненько так. Как вот в детстве в песочек играли, помните, формочки лепили? Земля должна остаться на корне. Вот он наш родимый. Опачки. И так, теперь вот эту землицу, тихо-тихо. Так, Кать. Ее надо разрыхлить. Разрыхляем, чтобы уложилась прям как одеялочка, прям тепленькая такая. Держи, держи. Все, начинаем. Вот аккуратненько родную нашу матушку, землицу. Вот так вот его засыпаем аккуратно. Вот так. Нет, копай. Вот. Теперь надо. Я очень рада, что я принимаю участие такое, чтобы посадить вот это вот деревце кедровое. Я считаю, что как бы это будет очень полезно для людей. Дом построила, ребенка родила, теперь осталось только дерево посадить. Все, теперь... Чтобы красивые кедры росли. Да, с легкой руки нашей. Да. Сажаем. Да. На века, как вы сказали. На века, да. На 500 лет, говорят. Да. Да. Подожди, у тебя здесь бусинка какая-то. Давайте на 1000 лет. Ну, суем куда-то, да. Один хотя бы. Засунь один хотя бы. Засунь. Переверни сначала, переверни. Вот. Сунь. Журнал «Союз национальный». «Союз национальный». Все у тебя публикуют. Тебя еще на видео даже снимают. Давайте. Я голыми руками... Правильно, правильно. И лунку потом делай, как я вам сделал. Сейчас поливай. Еще не было. И волоки деревья. Деревья волоки сюда. И поехали. Расти красивый, расти большой, чтоб глаз радовал. И поэтому, то есть, ну там, давай, конечно, ладно, эти сегодня. Что ты не суешь сюда? Вот, помогает вице из дома. Первый раз сажает дерево. В жизни? Ну, конечно, слушай, в жизни. Дерево посажено. Значит, как говорится, это новое продолжение, чего-то нового. Ну, дай бог ему быть большим, огромным. Будем надеяться, что выживет. Большим-большим и самым необыкновенным. Долго-долго. И чтобы оно было самым необычным, потому что это с моей руки. Именное дерево мое. Вот. Так что в следующем году, надеюсь, приеду посетить это место для того, чтобы чуть-чуть поддержать эту саженицу. И надеюсь, итак, в этот великий день, сегодня у нас какое, 13-е, да? Июня. 13 июня. Я посажу сейчас вот это дерево. Слава Богу, это, не пятница. Я его называю оркедр, так как я певец Аркадиас, поэтому это оркедр. Все, да, делаем. Далеко нельзя копать. Все? А, да. Это нужно еще? Так. Уходи. Вот такая система. Это далеко не первое дерево, которое я сажаю, но кедр первый. Это вот этот оркедр первый, который я посадил. А так до этого я, конечно, сажал елки. Туи, ели обыкновенные, сосны, рябины, березы, много. Ты сибиряк? Нет, я вообще родом из Самары. Ну вот уже 30 лет как москвич. Я певица Широн. Сегодня приехала поддержать акцию посадить деревца кедр. Я его хочу назвать в честь своего имени Шерон, чтобы оно росло большим и красивым. Леха везде. Поехали. Всем привет! Я певица из Тома. Я очень рада участвовать в этой акции, которую сегодня мы провели. Это посадка кедрового дерева. Это как бы мы делаем добро для народа, для людей. И мы сегодня это сделали, посадили их. И я считаю, что как бы будет кусочек меня как бы в этом деревце, которое будет расти 500 лет. Это для меня просто большая честь. Спасибо, что меня пригласили сегодня на эту акцию. Оставим зеленую планету нашим детям.
Идея эта родилась 2 года назад. Наша вода Сиэнерджи Вотер – это вода родниковая, природная вода с необыкновенными целебными свойствами. И мы решили отблагодарить природу. Как это сделать? Мы задумались, оказывается, природа нам дает все. Что даем ей мы? Мы только, получается, гадим. Мы потребляем и ничего не оставляем. Думали, что сделать, как помочь. И решили сажать деревья. Из деревьев мы выбрали кедр и медоносные сорта деревьев, чтобы пчелы, потому что говорят, если пчелы исчезнут, то не будет и жизни не будет на земле. Кедр оказался удивительным растением. Всякая дрянь, комары, мошки, там, гнус различный, он не выдерживает запаха кедра. А пчелы прекрасно себя чувствуют и живут. Самые лучшие ульи – это из кедра. То есть получается, это светлое дерево с положительной энергетикой. Сегодня мы первый раз просим простить нас за такую, может быть, не совсем хорошую организацию, но это наш первый опыт. Обычно нас представляют все время как партнеров. Когда люди уже все продумали, мы приходим со своей водой, и все довольны. Сегодня мы сами решили попробовать выступить в роли организаторов. Что получилось, то получилось. Но очень благодарим артистов, заслуженных, народных, которые с удовольствием откликнулись. Мы реально не платили ни копейки денег этим людям, а они приехали по зову своей души, зову сердца, чтобы поучаствовать в этой акции. Также откликнулись наши партнеры. Мы очень за это благодарны и надеемся осенью встретиться. Мы хотим, чтобы это было традиционной акцией и сажать как можно больше деревьев. Чем больше мы посадим, тем чище станет наш воздух и наша жизнь. Приглашайте на такие акции. Я всегда буду счастлив участвовать в таких очень важных и нужных для общества начинаниях. Ну а сейчас для всех собравшихся здесь песня «А художник берет краски». Маэстро, музыку.
тихо касаясь, не опасаясь, я хочу любовь твою испить. Страшно обидеть, больно увидеть, что ты можешь про меня забыть. В эту ночь, в эту ночь. Не все равно, где ты, я найду тебя, не все равно, с кем ты, я люблю тебя, я слышу голос твой и только вижу дом зеленых глаз, дом зеленых глаз. И я хочу твой взгляд, хочу твой смех слышать, и никто не сможет нас с тобой видеть. Прикоснись ко мне рукою, пусть согреет нас с тобою дом зеленых глаз, дом зеленых глаз. Тихо касаясь, не опасаясь, я хочу любовь твою испить.